Руководство Харцизского городского бассейна готовится к полноценному открытию сезона. Напомним, в сентябре в оздоровительном комплексе был начат масштабный ремонт. Наиболее трудоемкими оказались работы по демонтажу аварийного потолочного перекрытия над основной плавательной ванной бассейна. Сегодня ремонтные работы в городском бассейне находятся на завершающем этапе. Демонтаж подвесного потолка закончен. Строители готовят металлоконструкции и панели перекрытия к покраске. Потолок там весь снят. Ведутся сейчас работы по зачистке и в дальнейшем по покраске вот этих металлоконструкций. Если еще и атрибутику там определенную разместить на этих конструкциях, ну так, чтобы как бы нарядно все было, то в принципе будет хорошо. И как бы больше места стало, воздуха, ну и безопасно прежде всего. Кроме демонтажа потолка над основной ванной бассейна были также заменены практически все старые коммуникации. А благодаря ремонту котла в оздоровительном комплексе теперь стало очень тепло. То, что приятно удивило, вот я помню прошлый год, да, и вот сейчас заходишь прямо в здание, а у тебя сразу тепло встречает, вот реально. Батареи горячие, все там нормально, дети купаются. Назвать точную дату открытия плавательного сезона в большой ванне руководство оздоровительного комплекса не берется, но осторожно говорит о середине ноября, как о возможном времени, когда бассейн может заработать в полную силу.